получилось прежде всего выиграть игру. И, наверное, закономерно, потому что мы отошли от своей игры, от комбинационной. Стали очень много играть длинными передачами, стали, особенно после пропущенного мяча, с центральной зоны делать навалы, которые они ни к чему не привели, и они не могли привести, потому что игроки два центральных и два опорных хавбека, они высокорослые и утосны. Поэтому мы моменту немного создали. Когда была комбинационная игра во фланге, с фланга были передачи, тогда хоть что-то получалось. Ну, во-первых, Касаев должен был увеличить атакующий такой потенциал вместе с Рыбусом. Но тоже не получилось. Сегодня, можно сказать, у каждого не получилось, не только у Касаева. За счет Касаева мы хотели лишнего игрока в среднюю линию, вот такой он игрок атакующий. Но дело не в Касаеве, Дело, что мы все играли не лучшим образом. Во-первых, первый тайм он был достаточно такой напряженный, плотно играл Тосно. Нам нужно было терпеть, но продолжать свою игру мы этого не сделали. Мы очень резко перешли на другую игру. Ну, а что значит не повезло? Не повезло, бывает такое, что и не повезло, несчастный случай. Но дальше нужно было правильно играть. Вот дальше мы играли неправильно, и поэтому не смогли забить. Вот что.